Друпада друпадаяшча. Друпада друпадаяшча. Сарваша притиви пате. Сарваша притиви пате. Саубхадрашча махабаху. Саубхадрашча махабаху. Шамкан дадну притак притак. Шамкан дадну притак притак. Друпада. Уже получили сар Друпада. И Друпадея means син Друпади. Друпади. Сана Друпади. Друпади уже есть. Дош Друпада это Друпади. А син синовей Друпади Друпадея. Друпади это Драупади ее снял престой, тогда будет Драупадия. Значит, потомок Драупади. Здесь не потомок, синоби. Драупадия. Монаджасна means, у нее будет пяс синоби. То это Драупадия. Друпада друпадаяшча. Сарваша питиви пате. Сарваша means from сиекна проблеми. Сарваша. А питиви пате какой падеж? Питиви пате. Какой падеж? Седьмой. Первый обращение. М? Первый. Это что, на земле? Объяснение. Объяснение. О, о, владычель земли. О, лорд оф да арт. Это Санджай говорит. В конце концов он обращал. О, King of Art, о, Керол, земля. Что случилось? Они сио сарваша. От сиак на стак, где-где они были там. Оттуда начинали. Шаубхадрашча Махабаху. И Шаубхадра, Шаубхадра, знаете, сын Шаубхадра. Шаубхадра это жена Арджуна, а сестра, сестра Кришна, это Шаубхадра. Жена Арджуны, сестра Кришна. А? Шнопыттай. Вот Шаубхадра. Шаубхадра, ее сын. Шаубхадра сын, как знаете, Абхиманью, очень великий, очень великий. Сие могущили воин его постарался убивать. Поэтому Шаубхадра очень великий. Махабаху. Поэтому говорит Махабаху. Длинный рука. Значит, очень большой герой. И Шаубхадра сам, a powerful arms. У кого очень, очень сильная рука. Махабаху Шаубхадрасча питак питак шамкан дадмуху. Питак питак знаете, отдельно, отдельно. Каждый человек. Питак питак шамкан means respective comes. Трубили. Шамкан дадмуху. Шамкан. Какой падеж знаете? Второй. Второй множество. Множество. Ну, питак, питак means каждый человек. Отдельно. Питак means отдельно. Отдельно, отдельно. Трубили. Это сила. Это понятно, не трудно, я думаю.